Кто свою жизнь посвящает помощи другим? Один из правильных ответов – социальный работник. Профессиональный праздник этих специалистов отметили в Красковском культурном центре. Внимание и любовь к людям – обязательные условия для успешной работы в центрах социальной защиты. Есть такая профессия – защищать Родину. А я так подумал, у вас есть такая профессия – защищать людей. Вот я с этой профессией, с такой красивой, гуманной профессией, чем вы занимаетесь, именно в этот день профессионального праздника, я хотел бы вас поздравить. Ольга Артемова всего год работает в Центре соцобслуживания и реабилитации. При этом уже получила награду из рук главы округа. Однако позади годы медицинской практики. Мы очень часто встречаемся с людьми, обсуждаем. Это психологическая помощь идет. И решаем их не внутренние проблемы, домашние проблемы. Потому что многие не могут поделиться с близкими этим, а с нами они делятся с удовольствием. Прожить дольше — с этого года в Подмосковье запущена программа активного долголетия. И в Люберецком округе она реализуется. Наше старшее поколение мы приглашаем в наш центр, комплексный центр, где мы будем заниматься с ними вместе и танцами, и пением, и скандинавской ходьбой, и физкультурой, и йогой. Их труд сложно переоценить. Около 350 человек работают сегодня в люберецких социальных центрах. Каждый день поступают новые обращения от людей в трудной ситуации, малоимущих, пожилых. Своей отзывчивостью и участием сотрудники управления соцзащиты помогают справляться с проблемами и возвращают радость и вкус жизни. Мария Кузьмичева, Анастасия Юшкевич и Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.